Всех приветствую, дорогие друзья, и сегодня у нас финалочка, третья клавиатура из линейки Alloy компании HyperX. Это механика, это третья клавиатура, это продолжение семейства Alloy во всем ее великолепии, со своими плюсами, со своими минусами. Рекомендуемая розничная цена на нее составляет 9-10 тысяч рублей, возможно, скидки. Это механика, построенная на переключателях Cherry MX, не RGB. У нее красная моноцветная подсветка, что отличает все три клавиатуры. У нее крашеный ABS пластик, у нее отсутствуют возможности тонкой кастомизации подсветки, я имею в виду любая кнопочка, эффект и просто включение-выключение подсветки. У нее нет дров, она работает plug and play, но она обладает уже такими эксклюзивными, ну не эксклюзивными, а премиальными фишечками и рассчитана не на турнирную составляющую, а на стационарный компьютер и работа с ним. Слишком много я говорю, сейчас объясню, еще буквально 20 секунд. Alloy, понятно, большая полноразмерная клавиатура, лишена всего самого, скажем так, не необходимого. Alloy FPS Pro — это уже клавиатура компактная TKL. Тоже понятно. Обе у них отсоединяющийся кабель, они обе компактные, несмотря на разницу в размерах. А вот Elite здесь все, скажем так, взяли кусочек сала и так помазали Alloy FPS, и получилась такая элитарная элитка. Ну ладно, слишком много говорю, давайте переворачивать и смотреть, что у нас снизу. Снизу у нас все качественно, хороший пластик, отсутствие производственных, скажем так, разводов. Он матированный, очень хорошо отформован. Дальше. Четыре ножки, не структурирована у них поверхность, она очень гладенькая, отсутствует пимпочка. Несмотря на то, что клавиатура обладает вот такой подставкой под запястье, отсутствие пимпочки, все-таки не всегда используешь клавиатуру с подставкой этой. Вот это не очень хорошо. Я люблю, когда она очень стабильна при нажатии на центр переднего края. У нас здесь имеются выдвижные ножки, одноярусные, но широченная поверхность соприкосновения и толстенные резинки. Жалко, что не двуярусные, но финита ля комеди, что называется. Отсутствие кабель-менеджмента, он здесь и не нужен, потому что выходит огромная такая черная несоединяемая колбаса из центра заднего торца. И с одной стороны это хорошо, потому что у нас здесь имеется дополнительный USB-порт. С другой стороны, я им никогда в жизни не пользовался, и я бы предпочел отсоединяемый кабель. Но это, что называется, не потворствует философии клавиатуры. Клавиатура рассчитана на стационарный юз, поэтому это можно как-то объяснить. Здесь также имеются два пазика. Я уже показывал подставку под запястье. Она чем-то похожа на корсаровскую. И крепится вот двумя такими вот усиками с каждой стороны. И у каждого усика такая пимпочка. Мне не нравится такое крепление. Я фанат или магнитных, или на специальных таких вот выдвигающихся защелках, подвижных с обоих сторон. Это не совсем надежно и не всегда приятно. Ладно, давайте переворачиваем клавиатуру снова в ее изначальный вид. Поправлю чуть-чуть кабель и смотрим, что у нас имеется в комплекте. Ну, помимо самой клавиатуры и подставки, которая выглядит подобным образом, у нас имеется WSD и 1, 2, 3, 4 серебристые такие кнопочки. В Alloy FPS они были, по-моему, красные. Также имеется пластиковый пуллер и различные мануальчики. Подставка. Подставка, помимо ее крепления, я уже примерно вам обрисовал ситуацию. Она пластиковая, не мягкая, но покрыта софт-тачем. Плюс дополнительная фактура такая, структура для левой руки. Наверное, для того, чтобы рука не так сильно прилипала. Ну или добавить дизайн. Ладно, убираем ее. Я не фанат таких подставок.
Перед нами классическая раскладка. Длинный shift, одноэтажный широкий enter, широкий backspace, один строго над двоечкой. И, грубо говоря, если мы выключим вот эту вот линию, то перед нами будет более-менее стандартная, скажем так, Alloy FPS. Но клавиатура в своем амплуа, скажем так, достаточно толстая. Да, здесь все очень хорошо сделано. Алюминий, или я не знаю, что это за металл, не режет руку, не режет край. Везде все хорошо обработано, никаких заусенчиков нету. И он анодирован. Анодирован очень толстым слоем, я не знаю, это краска, или вот они долго передержали пластину в чане, где происходит анодирование металла. Но все в плане материалов самой клавиатуры и сборки на очень хорошем уровне. Вот это пресловутая надстройка, которая добавляет размеров в данном, скажем, размеров в данном размере. Ну, я думаю, вы поняли. Первое, что отвечает? Включение-выключение подсветки и регулировка ее яркости. Дальше. Переключение эффект. Здесь у нас пульсация. Потом одна полоса и горящие вот так вот кнопочки при нажатии. Дальше у нас волна. Дальше что у нас идет? Просто что-то типа радуги, но вот волна, которая идет поперек клавиатуры, никак не реагирует на нажатие. Дальше у нас геймерский режим, как я его называю. И снова включение подсветки. Включение-выключение игрового режима. У нас здесь три диода. Ну, лок, капс лок и игровой режим. А вот с этой стороны уже идет настройка мультимедиа. Вперед-назад, пауза, плей, беззвучный режим и шаттл. Шаттл регулирует системную громкость. Он сделан из металла, не люфтит и с очень приятным, хорошим ходом. Видно, что шаттл тяжелый. Теперь поехали по подсветке и по переключателям. Переключатели красненькие. У нас здесь отдельно стоящий диод. Черный корпус. Сам кейкап у нас абсолютно идентичен двум другим предшествующим клавиатурам. Умеренно толстый, очень аккуратный, на мой взгляд. Покрашен он хорошим слоем краски, но эта краска вроде бы и плюс, и минус, как я уже говорил в других клавиатурах. С одной стороны, очень приятный внешний вид и приятное ощущение от того, что он как бы покрыт софт-тачем. С другой стороны, марается сильно, это раз. А во-вторых, неизвестно, как он будет стойкий или нестойкий к полировке и стиранию. Снова включаем подсветку. Красные диоды, стабилизаторы типа Cherry и все остальное здесь у нас абсолютно стандартно. Ладно, с внешним видом клавиатуры, я думаю, мы закончили. Сейчас покажу немножко подсветку, как она в темноте. Ну и перейдем к тайпингу. Просто небольшая зарисовочка о том, насколько здесь яркая подсветка. Прошу прощения, там у меня ребенок на фоне. Здесь три уровня яркости и выключенное все. Я предпочитаю работу на первом или втором уровне яркости, потому что, как и во всех других клавиатурах, здесь выжигающие глаза красные, яркие, мощные диоды. И, естественно, так как это ABS, крашеный ABS, здесь хороший шрифт. Кириллицу можно увести в любое место лазером на кейкапе, и поэтому здесь и кириллица, и латиница примерно стилистически схожи, различаются по размерам, но при этом обе фракции, скажем так, идеально подсвечены, на мой взгляд. Ладно, теперь переходим к тайпингу. Ну что, его величество тайпинг, его будет сегодня не слишком много, потому что он на самом деле схож с двумя предыдущими клавиатурами.
Ну, что сказать о тайпинге? Тайпинг, как я уже говорил, очень схож с предыдущими клавиатурами. Здесь реды. Они приятные, тяготеют больше к легкости. Единственное, что в FPS Pro и в Elite, первую самую клавиатуру, я не помню, какой там был тайпинг. Здесь все-таки присутствует то, что реды с трением. Трение не фатальное, однако прям очень приятное, такое маслянистое нажатие здесь отсутствует. Присутствует какой-то песочек. Что было в этой клавиатуре, что было и в, скажем так, укороченной версии Alloy FPS. Стабилизаторы здесь также побрякивают и позванивают. И, ну что сказать, все абсолютно то же самое. Если бы я выбирал из редов, то я бы их не поставил, что тут, что там, на первые позиции. Но они достаточно достойные. Мне единственное, что более-менее нравится звук удара, хотя в укороченной версии, может быть, из-за того, что там был менее толстый корпус, и плюс ко всему там было... плотная очень компоновка, не такой высокочастотный звук удара кикапа о Switch. Здесь он более такой звонкий, а там приглушенный и коробочный. Ну и в целом заключение какое? Здесь есть все, что необходимо самому требовательному человеку, фанату марки HyperX. Но все-таки в клавиатуре за 10 тысяч рублей хочется видеть или RGB, или более качественные, так как это уже пошло в массу, кейкапы. А здесь мы видим, да, красивую, да, хорошо сделанную, но все-таки не до конца доведенную до ума в плане стабилизаторов. Ну и плюс красная подсветка, отсутствие ПО кастомизации и кейкапы, которые... Ну, они приятные, они классные на вид, но все-таки они не ультимативное решение. Так что FPS и FPS Pro мне нравились. Элита выглядит очень своеобразно в плане того, что требует много денег. Да, хорошо выглядит, но при этом их не совсем отрабатывает. Поэтому я назову эту клавиатуру слегка overpriced, но опять же... Фанаты марки, я думаю, им она зайдет. Всем спасибо за внимание и пока-пока.